Всем привет. Купили для нашего клиента очередную машину. Это у нас опять баранчик Dodge Caliber. Но этот посвежее будет, чем предыдущий. Предыдущий у нас 7-го года был, этот у нас 12-го года выпуска. 2 литра бензин автомат. Тоже хорошее состояние, но у него был легкий удар по передней части, потому что этот автомобиль брался в Америке в 16-м году. Литовцы его купили для жены. Человек купил, и у него было легкое повреждение, то есть крыло, капот, бампер и фары, и с той стороны другое крыло. Все это заменили в 16-м году, и с 16-го года так он и у этих людей в одних руках и находился. Купили мы его в Клайпеде за 5000 евро. Ну, он был 5300, но мы договорились за 5000 евро, и они поменяли нам, поставили новое лобовое стекло. Свеженькое, буквально на днях поставили его, потому что были от камней, ну, всякие эти моменты, запискостроено было, и была небольшая трещина. И мы с ними сошлись на том, что мы его забираем за 5000, и они поменяют этот само стекло. Все, согласились люди. Теперь покажем внутри. Ну, а так весь автомобиль, больше никаких ударов нету, все в родной краске. Состояние внутри тоже очень хорошее. Ну, отличается от европейца рулем, отличается торпедой. Ну, может быть, 12-й год уже пошла другая, не знаю, я не специалист по доджам. Но все остальное в хорошем состоянии. Кондиционер, все работает. Пробивали его по Карфаксу. Карфакс тоже показал наличие ДТП среднего по передней части, но по силовой части у нас ничего не пострадало, целые лонжероны, все целое у нас. Задние сидушки у нас тоже в отличном состоянии, но правда есть какие-то небольшие пятна, но это не страшно. Ржавчины нигде нет. Автомобиль на газу. Здесь есть какие-то легкие пятна, и то они заметны только на камеру. Так-то, в принципе, не очень заметно. Все остальное чистенькое, аккуратненькое. Думаю, клиент будет доволен.